Всем друзьям привет, с вами я, Скелет. В этом видео сегодня у нас будет вторая часть трейд-баттла с ютубером, а нашим гостем будет Глеб. Давайте наберем 1500 лайков, и я выпущу третью часть с трейд-баттлом, а также пиши в комментариях, кого мне позвать следующим. И в этот раз нам очень сильно повезло с фруктом, и мы дотрейдились прям очень-таки даже хорошо. Я надеюсь, что вы посмотрите это видео до конца, а также поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Ну и также не забудьте зайти в мой телеграм и мой дискорд сервер, ссылочки будут в описании. Ну а я приступаю к самому видосику. Погнали! А вы уже видели обновленный сайт RBX3? Если еще нет, то бегом туда. Тут робоксы по самому выгодному курсу на рынке. 1 рубль, 1,5 робокса. Но благодаря новому обновленному интерфейсу на сайте стало покупать еще проще. Вводите никнейм, выбираете place и вводите сумму робоксов. А оплачивать стало еще проще. Ведь теперь оплата доступна для жителей любых стран. Почему RBX3? Потому что это быстро, дешево, надежно. Ссылка на сайт RBX3 будет в закрепленном комментарии и в описании под видео. Итак, ребята, получается, сейчас у нас будет вторая часть трейд батла. Опять же объясню снова правила. Мы открываем рандомный фруктик, фрукт, который нам выпадает, мы трейдим 5 из 5 трейдов. Кто здравит лучше, тот и побеждает. И сегодня во второй части со мной будет Глеб. Всем здорово. Если что, я вообще не умею трейдиться и не знаю, как я буду трейдиться, но, в принципе, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, я думаю, что-то сможешь все-таки сделать. Главное, чтобы сейчас фруктик хороший выпал, а то в прошлой части нам выпало, получается, с темом обоим пружина, и мы оба затрейдились до песка. Но тут как бы вообще по-другому никак было. Нормально, нормально. Ну, что, погнали-то откроем? Так, ну, давай тогда правила ты, в принципе, слышал, да? Да. А, нет, теперь наше правило. Мы не можем трейдиться за пределами игры, то есть в дискорд-серверах, телеграмах нельзя. Только в игре. Только в Блоксрусе. Это первое. Второе, ты не можешь попрошайничать у своих там подписчиков и пользоваться своей популярностью. Окей, отлично. Ну а так, в принципе, больше никаких правил нету. Желаю удачи, тогда давай открывать. Ох, ну давай, давай, давай откроем. Так, ну-ка. Так. Ну, бля. Так, давай. В принципе, от этого фрукта можно затрейдиться. Так, на счет три. Раз, два, три. Ну? Ну, кстати, плюс-минус, сколько? Флейм вроде 350, да, вроде бы, Белли? А он стоит 250 вроде бы, Фалкон. Так, стоит... давай-ка проверим, 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 подожди, садись, я уже забыл просто, сколько он там находится. Ну-ка, давай, посмотрим все-таки. Ага, 250, а Фалкон 300. 300, а Флейм 250. Ну, тебе повезло побольше, но посмотрим, как ты сможешь как бы затрейдиться от фалкончика-то. Ребят, все ставьте лайк обязательно, если вы ненавидите фрукт фалкона. Ну, а мы, короче, будем тогда перемещаться уже к самим трейдикам. Погнали устраивать наш трейд-баттл. Ну, погнали, да. Ух, ребят, если что, на моей записи были проблемы, и моя запись будет в... достаточно плохом качестве. Так, ребят, в принципе, нам выпал фалкон. Это очень хорошо. Ну, не то, что в прошлый раз ему выпала пружина. Это, конечно, прям, ну, ужасно. Только для начала мне надо, получается, освободить места. То есть у песка там, у алмаза, барьер, гост. Чтобы еще мне могли предложить. Правда, со мной хотят ПВП, но я файтиться на самом деле не хочу. Давайте напишем, наверное, лучше трейд фалкон. Посмотрим, что нам дадут. А ну-ка, ну, ребят, ну, пожалуйста, ну, присядьте. Так, ребят, в принципе, я очистил фрукты, которыми есть в инвентаре. То есть мне могут за сокола дать, ну, допустим, дарк. Давайте мы попробуем выпросить. Опа, дай за сокола тьму ПЖ. В принципе, я думаю, так можно. Но я просто попрошайничаю. Я, в принципе, ничего. Я, ну, зашел на сервер, как бы... трейжу сокол. Опа, сюда. Нормально. Отлично, ребят, вот наш первый трейд. Отлично, большое спасибо. Он пишет, я в ролике. Я говорю, да, ты в ролике. И в итоге мы, ребят, от сокола затрейдились уже на дарк. А дарк у нас стоит 500 тысяч. Отлично. Давайте мы попробуем попросить, чтобы мне затрейдили, допустим, дарк на гост. Я думаю, получится. Так, вот так попробуем. Затрейдите мне дарк на гост или барьер. Надеюсь, он меня затрейдит. Ну, все-таки, блин, ничего себе. Ну, на самом деле нормально. Надеюсь, у меня получится затрейдить дарк на барьер или гост. Но сейчас мы как раз посмотрим. Давайте садимся за трейд. И сейчас будем ждать, пока ко мне кто-то сядет. Барьер, отлично, сюда. У нас теперь есть барьер. Это очень-очень хорошо, потому что барьер. В принципе, ну, блин, барьер мы можем затрейдить на уже что-то реально годное. Ребят, ну, реально отлично. Вы посмотрите, у меня уже есть барьер. То есть мы от сокола затрейдились на тьму, а тьму затрейдили на барьер.
Отлично, это прям очень-очень, ребят, хорошо. Так что давайте мы идем, наверное, сейчас на следующий сервер. Итак, вот я зашел на свой первый сервер, и давайте я как бы напишу сообщение. Тут американский сервер, давайте напишу тогда трейдинг Flame, и посмотрим, кто что мне сможет вообще предложить за него. Надеюсь, что хоть кто-нибудь, да что-нибудь мне за него даст. Очень хочу. Так, сразу челик сел, давай-ка. Нет, я Flame даю, я... у него он уже есть. Ладно, следующий. Так, я нашел челика, которому я могу дать трейдик, и надеюсь, что он... О, да, давай, пожалуйста. Пожалуйста, я очень сильно надеюсь, у него максимальный левел. Я надеюсь, что он сейчас со мной сдрейтся, и это будет так. Да! О, кстати, блин, у меня всего 2 из 5 трейдов. У меня, кстати, будет, я буду в меньшинстве. Давайте напишем ему тузом, типа, как бы, спасибо, прям, благодаря. Я нашел бомбу, офигеть! Ну, кстати, я, по сути, этого в правилах нету. То есть, я могу, наверное, ее использовать. Давайте-ка спросим у Глеба. Ты что, ты, дурак? Слушай, такая ситуация. Если мы фрукты просто находим, которые валяются, их использовать можно? Ну да, потому что мне похуй. Ну, я сейчас снимаю. Скажи нормально. Так, Глеб. Отлично, все, да, можно. Так, ну раз уж мы с Глебом договорились, получается, у меня сейчас есть айс и бомба, блин. Это прям классно. Места у меня нету, к сожалению, но будем считать, что у меня бомба есть в кармашке. Кстати говоря, могу сейчас сразу пойти с кем-то и потрейдиться еще на этом сервере, с кем я еще не трейдился. В принципе, неплохой сервер. О, ребята, я рабер нашел. Ничего себе. Это очень хорошо, ребята, я нашел рабер. Ну, то есть, мне скелетон говорил, если нашел фрукт, можно ли его трейдить? А я нашел рабер. Нормально, кладем его в инвентарь, и теперь я могу трейдить, получается, барьер и рабер. Итого, у нас там общая сумма уже 800, плюс сколько... Еще 800, у нас лям 600. А мы можем затратить на гравити, скорее всего. Блин, ребята, вот это прямо реально очень-очень классно. Так что давайте мы идем на следующий сервер, потому что здесь у нас что-то 3 человека. Блин, ребят, 1100 метров фрукт. Я бы хотел сбегать за ним, может вдруг там что-то будет прикольненькое. Вот не знаю, можно ли будет его, конечно, заюзать в трейд-баттле нашем, но попробовать, в принципе, можно за ним сбегать. Вдруг там Лео или Китсуна. Так, давай, 50 метров до фрукта, 30, 20 и где он? Где он находится? Где-то здесь? Нет, 18 метров. О, нашел. Это спа. Like. Ну, блин, не знаю, мне кажется, это будет нечестно, я не думаю, что можно будет его юзать, так что я не буду. О, ребят, я нашел челика, который может дать мне песок. Блин, классно, пожалуйста, я очень надеюсь, что я смогу с ним затрейдиться. Он сейчас только фруктов перебрал, хотел типа что-то дать, но не получалось. О, блин, спасибо, дружище, спасибо большое. Давайте будем сидеть дальше, я уже устал, ребята, сидеть тут. Это так долго. Долго, кстати, просто капец. Пишем мы трейд, рабер и барьер. Рамбл дает. Блин, ну Рамбл... Лучше бы мне гравити дал. Давайте как-то вот так потыкаем. А, да, лучше пейн. Давайте пейн. Ну, оставь мне пейн. Нет рамбла. Только пейн, пожалуйста, ну услышь меня. Ну блин. А, я могу дать еще спин, точно. Я ему дал, получается, рабер, барьер, спин. А, еще я пружина, точно. Вот, это все, что я могу дать. Ну... Ну я хочу, чтобы он еще что-то добавил. Как? О, мне сэн дает. Отлично, у меня будет рамбл и сэн. Как классно, я так долго этого ждал. О, 4 из 5 уже, что? Капец, серьезно? Ладно, и у нас получается, ребят, уже есть сэн и рамбл. Отлично. Просто супер, ребят. Давайте мы, получается, будем хопать этот сервер. Блин, не, такой себе. Даймонд. Ну, я как бы забираю. Теперь у нас есть как бы Рамбл, Даймонд и Сент. Отлично, окей, тогда мы его здесь добавляем. Блин, ребят, тут два смока валяются, но их, ну нужно прям подобрать, ну нужно. Так, теперь можно трейдиться. Есть, ура, да, пожалуйста, вот дрожь за лям ровно, это прям то, что мне реально надо. Так, я даю смок, Сент и бомбу за Квейк. Давай. Да, ура, у меня остается 4 из 5 трейдов, и я затрейдился, получается, на Quake. Вот я ему дам дрожь, пожалуйста, дай что-нибудь годненькое. Очень хочу что-то годненькое, пожалуйста. Что ты сможешь дать мне за мой Quake?
Буду? Да ладно, реально буду? Да ладно, да ладно. Давай, пожалуйста. Пожалуйста. Если он мне сейчас сможет дать буду за квейк, то это просто имба. То это будет просто имбич. Заскамили. Так, еще раз пробуем. Держи квейк. Дубль 2. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай, давай, давай. Умоляю. 7, 6. Так, 5, 4, 3. 2. И давай, давай, давай. Есть! Ура, 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 ура. Я смог затрейдиться до буды с флейма. Офигеть. Офигеть. Все, ребята, у меня есть буда. А, да, мне, конечно, помогли рандомные фрукты, которые я находил. Но, как мы решили с Глебом по правилам, это разрешено. Ага, я тебе даймонд дам, и еще я дам тебе, подожди, не прыгай, пожалуйста, и рамбл. Пожалуйста. Давай. Ну, блин, вообще-то это прям хорошо. Смотри, у меня 3 ляма. Давай, надеюсь, получится, надеюсь, получится, надеюсь, получится. Давай. Да, все, 5 из 5. Отлично, ребят. Давайте напишем. Thank you. Блин, ребят, отлично. Мы затрейдились, получается, на Shadow. Нормально. Shadow стоит 2,9. Ух, просто, просто сюда. Все у нас, ребят, трейды 5 из 5. Отлично. Давайте мы, получается, пойдем и спросим, как дела у скелетона. Итак, Глеб, все, мы с тобой затрейдились. Очень интересно, конечно, что у тебя там. Я думаю, тебе тоже интересно, что я затрейдился. Так, да, кстати говоря. Очень интересно. Вот, кстати говоря, мы фрукты оцениваем как? По редкости Белли или по редкости, как они оцениваются в плане, скажем, тирлиста, например? Ну, блин, вот это вот на самом деле сложно. Ну, типа, давай, наверное, по редкости Белли. Давай по редкости Белли все-таки. По редкости Белли. Окей, окей, окей. Ладно, тогда сейчас я приготовлю свой фруктик. Так. Ага, я тоже давай приготовлю. Блин, вот мне очень интересно, на что там затрейдился. Кстати, у тебя тоже вроде бы было трейдов не, получается, не 5, а 4, да? Да. У меня было, отлично, получается, еще 4 трейдика. Так что мы с тобой были сейчас наравне. Ага, ну давай доставать. Давай тогда на счет 3. Раз. Раз. 2. 2, 3. Ой, да ладно. Да. А как? Как? А вот так вот. Как хорошо то, что я сказал. Давай по редкости Белли все-таки. Нет, ну, кстати, вот если бы было по редкости, то, наверное, Шакбуда бы выиграла. Хотя, ребята, если что, то напишите в комментариях, как бы, что в плане тирлиста реже, Шэдоу или же Буда. Мне почему-то кажется, что Буда. Не, кстати, чтоб ты понимал, я нашел Рабер. Я нашел Рабер. Вот это было прям очень хорошо. О, ну это хорошо тебе сыграло. А я через ночь нашел себе Спайк. Потом говорю, ладно, не буду его учитывать, так неинтересно. Потом нашел на серваке 2 смока лежало. Такой, ну ладно, подберу, буду их тоже учитывать. Бомбу нашел. Это мой максимум. Нормально. А я такой на каком-то серваке смотрю, и вот здесь вот в ящичке лежит Рабер. Я такой, о, блин, имбай. Я просто залутал себе. Неплохо, неплохо. Ну халява такая, чисто повезло. Вот Рабер просто все зарешал. Да, именно так. Ну, получается, у нас получилось вот такой вот видосик. Если что, ребята, напишите в комментариях, какого следующего ютубера мне позвать. И давайте наберем, ну, 1500 лайков хотя бы. И будет третья часть по трейд-баттлу. Mm-hmm. Пизданишься. Заходите в телеграм-канал Глеба, ссылочка в описании. Точнее, заходите, как бы, в телеграм-канал Скелетон Армии, ссылочка в описании. В дискорд-сервер тоже залетайте. Лучший сервер для общения, трейдов там, конкурсы частые. Все, короче, там очень круто. Ну и что могу сказать? Получается, на этом у нас... Получается, наше видео подходит к концу. Так что очень сильно надеюсь, что вам это видео понравилось. Вы поставите лайкосик и также подпишитесь на мой канал и на канал Глеба. Да, ребят, давайте. Короче, всем удачи и всем пока-пока.